Аргонис представляю. Давай, я иду за ним, иду. Отлично. Ой-ой-ой, не захилишь, да? Нет, ой. Плотненько. Так, окей. Мастер Сюрикенов мы, наверное, не будем играть. Хотя бы я бы сыграл. Так, ладно, Настя, так. Ох, а сейчас сложно будет. Хоть бы одного успеть бы сделать бы. Отличненько. Нормально, 220 поглотили. Приходится пока стоять здесь. Нормально, нас от Дупертали зато доминирует. Так, вот здесь мне сейчас будет тяжело. Так, я сонару, господи, как же меня давно тут не было. Это старый аккаунт. Давай, Гензи, с рюкенами своими речи. Так, ну я пока здесь до седьмого, да, остаюсь. Ребят, аккуратнее на миду, я до седьмого здесь. И свап его. Понял. Тебе надо было статер степить его бить. Атака, шаг. Так, вот все нормально. Так, дайте энергетическая броня нам здесь нужна в этом матче. У них стоял плотную катапульте, запустил снаряд, который сначала полетел вперед, а потом сразу я. Интересненько. Враг на пить ушел, да, получается? Отлично зажал, хорошо. На топе как дела? Помочь? Отлично. Справляешься? Тогда внизу с экспой. Так, ой, слушайте, мы хорошо отстояли. Фонтаны целы, это самое главное. Это прям показать того, что мы хорошо отстояли эти штуки. Так. Посвящается Арго. Что там посвящается? Да, Усмайл, здравствуй. Игра на пятом алмазе, тут играют люди, которые должны играть на силере. Теперь беру абатур ПКД и расслабляюсь. Так, а снова у нас здесь неприятный Рагна, да? Спасибо, Люк, за поддержку. Ништяк. Так. Давай петлю. Не надо, ближе подойдет. Блин, XP, XP. Че, стоп, ушел. Сейчас мне будет легко. Открываю пивко. У них еще десятый путь. Наливаю стакан. Сейчас мне будет. Десятый, десятый. Уходите, уходите, лава едет. Наливаю стакан. Закрываю глаза. Сейчас мне будет легко. Легко. Ребят, аккуратнее, я кэмп ставил дефую, блин, теперь на топе. Легко, легко. Хотя это должен не я делать, нифига. Все, понесли меня. Так, это точно надо бить. Так, ну ладно, так сделаем, да? Так, нам главное бы клан сбрить. Там Аларак Келли есть контроль. Ну просто Рагнарос что-то делал, этот молот.
О, Гензи Пушер, господи. Да я знаю, что я должен делать с Арталис, но он ушел. Приходится мне. Как же сложно. Так, все, поехали, теперь можно ехать. Этот, ладно, блин, не вовремя. Очень много здесь экспы тоже. Вот еще пачка идет. Как быть, как быть, как быть? Блин. Ничего поделал, да? Ничего не поделал. Блин, ребят, даже регарчик не смогли забать с нультом. Сейчас, по идее, кэмп нам надо, не нужен. Вот сейчас кэмп уже, по идее, без толку его брать. Его надо запускать к этому, как они сделали. Вот запоминайте, как враги делают. Появляется алтарь. Надо этот, храм точнее. Под храм надо идти брать. Ой-ой-ой, не захилишь, да? Нет. О, еще и хук дали, фига себе. Неожиданно. Вот это реально было, ребят, неожиданно. Очень и очень. Я не ожидал, что здесь вот прям все стоят, ждут. Надо было чекнуть с сюрикенами, я этого не сделал. Аккуратнее на топе. Все на топ пошли что-то. Вот теперь надо кэмп запускать. Помоги, помоги, я рейди, Артанис. Ты же рядом прям с кэмпом был. Так. Да что ты будешь? И вот опять пачка пришла. Ну что за фигня? Вот как мне быть? Объясните, пожалуйста. Так и на бот попробовать жать. У тебя прыжок есть, чтобы на топ лететь? Не, у меня на шпи. Тогда тебе надо идти на топ идти. Ну ладно, стой внизу, пофиг. Так, а мне приходится пушить, отпушивать постоянно. Гензи антипушер, короче, теперь у нас, ребят, переквалифицировался. Блин, мы уже бы эту катку бы проиграли бы, не знаю, минут 3 назад бы, если бы я бы экспу не собирал бы. Есть петля? Цех свапа нет, да? Да, уходи, 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 хп-то нет. Вообще надо отходить, если свапом промахивается. Нечего там дальше переливать. Танка нет пока. Ого! Интересненько это оказалось, да? Давайте ускорение восстановления возьмем. Так, ну что, Баспрен, сделаешь грязь? Ой, как мог сейчас закатиться в троих хорошо. Не надо сейчас, не даже не жми, можешь сейчас. Все, уходим. Не-не-не, не надо влетать, когда уже шансов нет. Вот когда они стоят идеально, влетай. Мы же рядышком стоим, не бойся. А вот когда они уже разбежались, что рассыпнули, тратить можешь просто так, не надо. Так, это сложные моменты, да? То есть видел, они там плотно как встали, да? То есть у тебя прям идеальный момент был. Так, Анимурка, здравствуй. Всем, ребят, привет, кто подключается. Английская озвучка хватит намного лучше русской. Не знаю. Зря-зря подпоймал, не надо было ловить. Жди, Митси сейчас подъедет. Они нас сейчас сами будут на этом ловить. Ну а мы его и не бьем. Надо дефнуть вниз. Останется на топ. Внизу аккуратнее.
Так. Кариночка, здравствуй. Не знаю, на чем заниматься, блин. Надо бы вторую дэшку, наверное, брать. Илюха, респект за поддержку. Я не понял, почему Валорак не сдох, но ладненько. Все нормально, берем, да, да, артайс на топ. Парки, здорово. Че, отдан за транспорт? А я что, не обратил внимания. Разрешаю наше небольшое преимущество здесь, да. Все, отходим, отходим, отходим. Деф на тимит. И кэмп надо взять. Так, так. Тартайс долго нас стреляет. Так, отличненько. Аккуратнее, аккуратнее, ребят, аккуратнее. Ребят, подходите, вы в меньшинстве. Там не за что драться. Все, все, все. Храм взяли, уходим. Уходим, уходим, уходим. Ребят, если кто-то умирает, бросайте и уходите. Не надо всем дохнуть. А иначе мы сейчас лайн потеряем там. Все, 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 аккуратнее, ребят, потеряли одного, не помираем. Давай, Генга, чуть-чуть, пока никто не пришел. Отлично, еще камзел, хорошо, успел. Аккуратненько. Леган, здорово. Тут, видишь, проблема в том, что у нас этот с экспой вообще беда, да, ребят, толком не собирают. Бери, бери кап, что ты мимо идешь. Кроме еще не будет 17 секунд, все равно за босса подеремся. Что там, они босса не берут? Так, 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 когда была маленькая, мой дедушка был гроссмейстером и говорил, сыграй со мной. Ничего, я проиграл 12 раз за день. И так каждый день, пока я его не обыграл. Уф, ты в шахматы играешь, ничего себе. Вот здесь можно встретить, ребята, артанец убивают. Ну ничего не подделал. Мне там жестко надамажили. Если бы я не надамажили, был бы вообще огонь. Хорошо на шпит зайдет, если да не, хороший, хороший, может, дал.
Просто видишь этот, испугались стишка, ребята. Если бы не испугались, был вообще был бы огонь. Да бабку отрезали еще. Как-то бросили. Вот. Да там только стежок был, они, если говорю, стежка испугались. Ребят, не бойтесь этот вдвоем одного стежка, когда вся команда в моше стоит. Когда мы развалим четверых, поверьте, в пятером мы его точно завалим. Так, Жек, здорово. Так, кажется, на мосе. Может быть. Сейчас зараза появляется быстрее, чем мы. Хотя мы только вот 20-ю взяли. Так, ну что, погнали пробовать. На мосе там надо забирать, иначе проиграем. Скорее всего, это ловушка. Нету никого. Дефы. Брюк полетел. Че, лава нас будет, конечно, держать. Что, ну давайте Рагну посмотрим. 20-м Рагн 2 лавы взял. Еще тяжело будет пропушить. Сейчас, наверное, топ поддавится, и они пойдут брать. Так. Новое, наверное, стишение. Ой-ой, свап! Свап! Ай, Паш, спишь вообще? Ой, спишь вообще. А, ну что ж ты, сонный братишка. Халявный кель. Так, ну, ну, кто чё? Погнали, хорошим. Давай, 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 давай. Так, Рагна, Рагна битый. Давай, я иду за ним, иду, 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 иду. Отлично. Так. Заходи, да, стреляй пока. Я на топ тогда отбиваю. Так. Не-не-не, отобью, иди, иди, иди на мид. Тебе там проще стоять. Прям с ETC, наверное, бегите туда. Фонтанчик глотнем. Я сейчас приду. Она сразу смещается. Вон, даже Айроди от дефа, все нормально. Аккуратнее, мы едем, ребят, держитесь. Не торгуй лицом, не надо, не надо. Так, она, Анна, давай к нам дурище. Ангелок, добро пожаловать. Отлично, иду, 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 держись, ETC. Держусь. Я видел, видел. Звонял он, короче. Отличненько, отличненько. Так, ETC на деф. Эриген. Иду. Только отломают. Так, ты стой, я пошел пушить. Ой.
Так, очень аккуратненько. Так, МП, КП, КП, быстренько, быстренько на КП. Так, нет, что... Нет, я просто стиль игры другой. Кроме над обороны очень играется. Кто на от обороны играет? Кроме. А-а-а. Нет, пацаны, станет пустой, если поймаем. Станет? Не-не-не, нас меньше, давайте не будем рисковать. Эйрой, ты опять не помог. Смотри, Артанец, быстро раньше бы освободился, бы подошел бы к нам. Теперь пошли ловить. Пошли зажимать, Выкатывайся сразу. Убивай Струкива. Все, в кору. Вот это я запотел! Виталя, вырезай! Так, а сколько я сдох? Два раза? Пойдет. Фу! Not bad, GG. Хорош. Отлично, молодцы. Фух, ребятки, это было мощно. Да. Кто не подписался, ребят, самое время лайкочки прожать, подписаться. Вот. Кто состоятельный, ребят, самое время поддержать, стать зеленым, мощным аргонавтом. Вот, спонсируйте канал, будет больше крутого контента. Кайн, красавчик, да, отличные стимуляторы. Вообще, не надо было ничего говорить, просто молодец.